Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Хочу сегодня добраться до 8-й лиги, а может быть даже до 10-й. Ну, все зависит от того, как пойдет. Буду играть за моего любимого Разгрома пока. А потом, ну, в планах у меня протестить двух персонажей, двух героев. Так, ну что, ищем врага. Зашибись. Лексус 04. Он 10 ранга, а я-то... А я-то 6. Ну что же, мы с тобой не будем унывать, грустить, плакать. Мы будем с тобой сражаться до последней капли зеленой крови, потому что мы зомби. И смотрим. Так, ничего он не стал делать. Очень удивительно. И в то же время очень прекрасно. Давай-ка... Слушай, зачем мне ее сейчас вызывать, а? Ведь не стоит. Он тоже, смотри-ка, стоит, ждет. Че ты ждешь там? У моря погода, я не могу понять, а? Бонг-чой, что тебе надо? Блин, я опять пропускаю. Он тоже, что он делает? Друзья, по-моему, пора вступать в бой. Тебе не кажется? И начну я, пожалуй, с Йети. Вытащим с тобой карту. Ага, о-о-о, какая хорошая карта, друзья мои. Очень хорошая. Вот он что начал делать, да? Ага, ну что же. Что нам сделать? Подбить мы его с тобой сейчас подбить не сможем. Это понятное дело, да? Он вытягивает карты. Так, мы можем его раздавить шаром, если что. Раздавить шаром. Хорошо, я сделаю вот так. И, пожалуй-ка... Пожалуй-ка, пока никак. Ага, еще одного позвал. Так, он прокачал, да, его чуть-чуть? Хорошо, что ты сюда минку поставил, молодец просто. Умница. Так, получает все равно они. Да, урончик. Опачка. Так, дальше мы с тобой делаем вот так. Ага. И что дальше? Можно поставить неуязвимку. Да, пожалуй, я так и сделаю. Я поставлю сюда неуязвимость. Уничтожим с тобой эту мину несчастную. Три в лицо получим, конечно. Но это фигня все. Ага, начинается. Так, давай сюда вот этого позовем. Да и пока все. Ха, грушу, да? Блин, уничтожать надгробие. Офигенно. Офигенно. Так, что мы с собой можем сделать? Можем прокачать. Да? 4-3. А это у нас здесь зомби обладает способностью охоты. Когда зомби попадает на эту линию или покидает ее, он получает 1 плюс 1. 1 плюс 1. Я не вижу никакого 1 плюс 1. Меня обманули, ребята. Ладно, ничего страшного. Самое противное, что он набор добирает себе карты, понимаешь? Поехали. Ага. Что нам тут? Ё-моё, ну еще одна такая же карта. Ну, давай смотреть. Что там? Наносит 2 единицы урона. Ну, предположим. Сюда он поставил бонг-чой. Так, перемещает растение, да, и мы вытягиваем карту. Давай мы туда его назад уберем. Вот так вот. Есть медик. Что у нас тут? Ох, как чудесно-то, ребятушки. Как прекрасен этот мир. Полюбуйся. У нас с тобой есть медик.
Вот он. У нас есть с тобой медик. О, на следующий ход мы еще и сможем кое-что отличное сделать. Так. И поставим-ка с тобой вот так. Что он там будет затевать? Ну и фиг с тобой. Так, ты же должен убежать, насколько я помню, отсюда или нет? Убирает. Сюда, что ли, хочешь подставить? Под грушу? Ладно, предположим, поехали. Груша сейчас, конечно, вырастет. Все, все дела. 5-4, так. Убежали, да? Мы все-таки от этого взрыва. Вытягивай две карты. Давай, вытягивай две карты. Так, а мы с тобой двигаемся дальше. Зомби, зомби, зомби. А что нам думать? Так, сейчас влупим. Ать. Как тебе, парнишка, понравилось? Lexus 004. Ну что ты там задумался? Ты думаешь, как бы, да, убить зомбобота и убить вот этого? Но не судьба. Минус ставит. Минус ставит. Так, наносит. Ага. Вот он что решит, да? Ладно. Псих ты этот. Опа. А вот это плохо, ребята. А вот это плохо. Как он успел его поставить? Объясни-ка мне на милость. Слушай, сейчас у нас с тобой сработает защита, как ты понимаешь, да? Так, что у нас тут? Безумие, да? Безумие. Давай сюда, наверное, поставим. Окей. Смотри внимательно, что мы можем с тобой дальше сделать. Так, здесь у нас неуязвимость, да? 4. Так, смотри, ставим вот сюда. 3, 4, 3, 7, да, получается. Дальше делаем вот так. И наш зомби-спортсмен. Тренер, точнее. Так, ну что, давай смотреть, что он будет сейчас здесь предпринимать. Ага, растения здесь становятся неуязвимыми. Ладно. Нам нужно нанести всего лишь 5 единиц урона. То есть любой из этих, вот этот или этот нанесет, и ему будет, естественно, крышка. Погнали. Ага. А, дудки тебе. Так, и... Отлично, ребята. Водяной гаргантюа мы с вами... Блин, 8 в лицо. 8 в лицо. У него тоже пробивной, да, удар, я так понимаю. По-моему, да, ваш противник сдался. Фух, друзья мои. А ведь мог выиграть. Понимаешь, мог бы выиграть. Чудом просто. Да, разгромчик, ты красавчик. Вот сколько я играю, ребят, никак не могу им нарадоваться. Так, сколько нам звездочек дадут? 2 только, да? Ну что же, давай тогда следующий бой с тобой замутим. Кстати, вот мне понравилось комментарий. Один из подписчиков написал: Рэй, попробуй сыграть колодой пиратов или ученых. Я так прикинул, посмотрел. Ну, в принципе, пират у меня есть. Только какой персонаж? Вот что он мне дополнил в комментарии. За какого персонажа сыграть? Потому что, как я помню, у Разгрома, точнее, да, у Разгрома нету пиратов. И ученых, по-моему, тоже нету у него. Так, что там у нас? 9700 наносит... Ох, смотри-ка, в наглую. Просто в наглую берет, не в лицо, на, говорит, 2 урона. И энергию себе плюс 1. Ладно, Шитик. Мы будем разговаривать по твоим правилам. А раз ты такое вытворяешь, начнем. Начнем. Так, потом, наверное, я вызову спортсмена. Ой, как красиво ты сделал, молодец. Ты готовченко, я тебе так скажу. Мы тебя уничтожим, да еще и 2 в лицо получишь. Красота. Оп, нормулька. Так, 2 в лицо ему, и теперь уже будем вызывать, наверное, нашего спортивного зомби. Вот таким вот образом. Опа,
Нулевочка. Шикарно, друзья мои, шикарно. Так, у него есть заклинание. Все зомби на земле получают минус один, минус один. Скорее всего. Нет, он решил подхилиться. А, даже так. Слушай, вот это плохо, ребята. Что у него с прочерком? Угу. То, что у него с прочерком, это очень плохо. Ну, я знаю, как сейчас, ребята, его наказать. Давай-ка вот так, наверное, с тобой пшикнем. Хоп, в него. И после этого я применить смогу... Ну, ты понял, да, флаг? Да чтоб тебе! Так, ну ладно, мы его подобьем. Здесь мы с тобой... Да, мы здесь с тобой вот так сделаем. А здесь, ну, все-таки хоть поменьше немножко. Хотя это меня не спасает нисколечко вообще, ребят. Так, что там он наносит? Урон поблизости? А, рассаживает ростки твои, точно. Так, кого сюда засосет? А, в принципе, какая разница, кого он засосет сюда? Блин, у него еще и блокировка сработала, представляешь? Ну и что там у него? Не знаю, ребята, что он там нашел. Что-то у него там есть. В кого превратится вот этот росток? Ай-яй-яй-яй-яй. Как плохо. Как, ребята, плохо, если честно. Ну давай-ка я сделаю, наверное, вот так. Пускай здесь будет сумоист. Слушай, у него карта 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо живет подсолнух, я смотрю. Кто там? Опять вытягивает карту, да? А ну-ка вот сюда вот выставим с тобой. На безумке будем бомбить. Кто у меня тут сумоист? И нафиг он сюда этого ханурика позвал. Даже вот так вот. Окей. Так, ну что, кого мы с тобой уничтожим? Уничтожим. Ну давай, например, вот этого грибочка сюда перетянем и бомбанем. Зачем? Ты-то зачем сюда прилетел? Объясни мне. Ладно, фиг с ним, уничтожим его. Окей. Пумс. Спортсменчик у нас с тобой. А если я вот так сделаю? Ой, не нравится, да, тебе? Не нравится тебе вот эти вот два моих малыша? Я больше чем уверен. Чувак, под энергетиком просто глаза из орбит уже вылазят. Ну давай, подсолнух, не томи меня, пожалуйста, а? О, три в лицо. Вот этого уничтожить призрака, 100% не говорю. Че, он не решил еще, да? Ах, вот так вот. И наносит 2 единицы урона. Предположим, что он там? Все зомби на земле получают минус один. Тебе все равно это не спасет, парень. Так. Защитушка моя сработала. Убираем с тобой. А зачем нам кого-то сейчас с тобой здесь убирать? Пока никого не будем трогать. Давай три в лицо ему еще. У него сработает защита, да? Хотя нет. Пока ничего не сработает. Смотри, у нас есть с тобой фараон. А мы сделаем с тобой немножко хитрее. Что мы с тобой сделаем? Немножко хитрее. Вот так я поставлю. Ох, ребятушки, решается судьба. Не забывай, что у меня есть вот этот удар. Есть. Опа. Опа. Так, ребята. Вот это нам, наверное... Блин, я его не могу, да, убрать? Как быть-то тогда, а? А быть нам легко. А быть нам легко. Смотри. Убираем этого отсюда, да? Теперь смотри, что происходит. Да, здесь получим 5 в лицо, даже больше, чем 5. Смотри теперь. Раз, у него срабатывает защита. Подожди-ка, у него случайно там нету понижения тернового куста этого? Иначе он мне сейчас все планы испортит. 2 шампиньона высаживает. Точнее, 1.
Ну все, ребята, крышка ему. Пробиваем это растение. И в лицо, на. Хе-хе-хе. Найс. Я считаю, что вообще превосходно было сыграно. Ну, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Мы переходим на 7-ю лигу. Классно. Ну что же, 15 геймчиков еще с тобой зарабатываем и двигаемся дальше. Так, наверное, еще один бой за разгром, а потом будем играть за кого-нибудь другого. Ну, соответственно, нужно поставить, составить хорошую колоду. Если будет у нас нормуль колодочка, то мы с тобой победим. О, кстати, смотри-ка, довольно неплохие картишки выпали. Я, наверное, ставлю. Вот так, как есть. Первого хода нет, конечно. Но я уже, знаешь, что скажу тебе? На первом ходу лучше вызывать не зомби все-таки, а какое-нибудь заклинание. Видишь, что он делает? Он вызвал пенек. Ты думаешь, зачем он вызвал пенек? Я тебе скажу, для того, чтобы, ребята, поставить кого-нибудь за этот пень. Утягивает две карты. Предположим, пенек-то мы с тобой в любом случае сейчас накажем. Или что он там задумался? Заморозка у него там? Все может быть, я ничему не удивлюсь. Так, дальше у нас пойдет три энергии, да? Три энергии. Если я возьму флаг. Флаг мне здесь навряд ли понадобится. Можно вызвать зомби-спортсмена. Зомби-спортсмен вытянет нам карту. Ну, плюс еще будет как бы стоять, да? Переграждать. Ну, что он там замер, что ли? Уснул? Или что с тобой там? Эй, OG-29. Просыпайся, или бедный уже опух от своих карт, которые сейчас только что вытянул. Слушай, по-моему, ребята, он, по-моему, сдается. Нет, скорее всего, он не сдается, он просто вылетел из игры. Нет, нет, ребят, не вылетел. Все у него отлично, иди сюда, пенек. Давай-ка мы тебя немножко бомбанем. Вот таким вот образом. Окей, ну что, дальше мы с тобой, наверное, сделаем. Да, попробуем таким вот образом. Ой, прекрасно, прекрасно, друзья мои. Рикошет. Очень хорошая карта. Так, что он там делает? Уничтожает зомби мне, да, все-таки? Просчитался, да? Маленечко. Оно же хорошо действует именно на возвышенности или на ландшафте. А ты сейчас в холостую просто потратил свою капельку эту уничтожительную. Но у тебя есть еще одна единица энергии, что ты будешь делать с ней? Наверное, ничего. Какого? И он 11 ранга. То ли не повезло, то ли я еще чего-то не знаю. Два. Че ты творишь-то, эй, братуха? Странный, конечно, малый. Че это за чудеса он какие-то делает? Давай я поставлю сюда рикошет. Как тебе такой расклад? Ты не забывай, что у меня еще есть курочка за 2 единицы энергии, которая дает всем 1 плюс 1. То есть достаточно неплохая прокачка будет. Но у него не так уж и... Слушай, не так уж и мало карт, во-первых, а во-вторых, у него довольно приличное количество энергии. Да? Угу. Ты понял, да? Ну что, мы с тобой, наверное, уберем. Да, уберем вот этот подсолнух. А вот здесь вот мы сделаем. Хотя зачем так-то? Или так лучше сделать? Да, давай сделаем таким вот образом. Фиг с ним. Пускай здесь обменяются с этим сладким перцем. Отличненько. Продолжаем разговор. И я хочу выставить вот этого вот спортивного зомби. Я знаю, что это ему не понравится. Он будет уничтожать. Если есть у него заклинаха какая-нибудь, которая может уничтожить крупного зомби, то ему, считай, повезло. Например, кабачок. Стоит он 5 энергии. Так, ага, на ландшафте он делает 3-5. Окей. Еще есть капелька у тебя, да, я так понимаю? Или нету? Скорее всего, нету. Тогда он получит 3, 6, 9 в лицо. 9 в лицо — это серьезное. Но, наверное, у него блокировка все-таки сработает. Такое впечатление, что это играет, я не знаю, ребят,
какой-то, вот, знаешь, вот аккаунт взрослого человека был, да? То ли брат, то ли... Ну, кто-то просто взял и начал играть на аккаунте чужого человека. Совсем какая-то... Несуразица просто, понимаешь? У меня, конечно, тоже колода, понимаешь, сборка, солянка, но есть какая-то определенная последовательность. У него же вообще ничего не видел. В общем, я понял, сдался. Понял, что здесь полный просто трындец. Че, он остался в игре? Серьезно? Все, сдался все-таки. Все-таки сдался. Не выдержали у парня нервы, а может быть девчонка, но в общем OG29. Ну что же, а мы с тобой переходим, ребята, на восьмую, да? Лигу. 15 гемов, и теперь я хочу поиграть за другого героя. Давай-ка попробуем, например, за наше бесячество. Помнишь, мы с тобой в прошлый раз играли, и довольно неплохо. Вот такая вот у нас колода. Мы пробовали с тобой на пиратах здесь сыграть, да? На пиратах. А что это у нас такое? Так, рикошет всех растений на земле, нифига себе. А у меня пиратов-то тут, ну, как тебе сказать, не очень много. Но есть, есть. Ладно, попробуем, да? За бесячество сыграть. Поехали. Все равно нам уже, как говорится, терять нечего, а наоборот, только приобретать. Ну и как бы разнообразимся немножечко, да? Главное, чтобы соперника нашли подходящего себе. И такой нашелся. Это у нас зеленая тень, ребята. Смотри-ка. Уберем, наверное, вот этого с тобой. Так говорю, убрать надо. Все, годится. Соперник вытягивает стартовые карты заново. Ну, пускай вытягивает. Этот у нас будет получать, ага, плюс одну к атаке за каждого зомби, который вылазит из могилы. И он, наверное, сразу понял, да, что я хочу сыграть на могилах. Но он немножко, как сказать, сфейлится, потому что я собираюсь сыграть на пиратах. На тебе. Так, опачки. Обезьянка. Обезьянка, ребята, не дает ему заполняться шкале. О-о-о. Хо-хо-хо-хо. Вот так вот, да, значит. Парнишка решил сыграть на заморозке. Понятно. Ну что же, заморозка так заморозка. Так, а он у нас в надгробии, ребята? Я вот не помню, как он у нас появляется. Да. Но у него 100% должен быть этот чудик, который замораживает надгробие. 100%. Так, он две атаки, да, наносит. Мы с тобой сделаем. Да чтоб тебе. Тут у нас что делает? Ага. Заморозочка. Через пенек. Через пенек. Так, ты даешь. Так, зомби получает плюс 3 к атаке. Блин. Ну давай вот так вот сделаю. Но, ребята, ну другого варианта не было. Этого я уничтожу. Только через вот, вот так вот, ребята. Через удар. Так, что у нас тут? Кровожадность. После уничтожения размещает морячка 1-1 со способностью амфибия. Надгробие кровожадность. Давай вот так вот сделаем. Этого я подобью. Вот, ребята, есть у меня на... Ну нафига. Твою ж дивизию, а. 3 в лицо получим. Окей. 3 в лицо. А если я вот так вот сделаю? О, даже как. Да.
Бумс. На. Так, 1-4, да, значит? Надгробие. Так, это нам не нужно. Мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Что-то у меня с картами вообще как-то плохо все. Ты полюбуйся только. Неужели опять будет пенек ставить спереди? Обалдеть. Еще и клевер. 6-5, серьезно, что ли, блин? Вы издеваетесь. Так, давай, морячки, выпрыгиваем. Ты ебай. Сейчас сделает этот удар, да? По центру, 5-5. А, нет, растение получает +2, +2. Ну ладно, фиг с ним. Кровожадность, это, конечно, все хорошо. Так, подожди-ка. Все беседы обладают способностью кровожадность, да? И это круто. Так, если я поставлю вот так и вот так. Опачки, да, такой бонус. А там под кровожадностью, ребята, они все появятся. Так, вылез первый. А он что, пропустил ход, что ли? Ну, это его дело, ребята. Поехали. Пинц. На тебе, гаденыш. Окей. А, этот выжил. Подожди, а почему? Там же кровожадность была, ребята. В чем проблема? Да, вот так вот сделаем. И вот так. Слушай, по-моему, по картам, ребята, мы с вами вообще фейлимся здесь. Ну и зачем вот эту вот чушь он сюда поставил, а? Скажи-ка мне на милость. Как быть-то? Мы его не сможем уничтожить, да? К сожалению. А он-то сейчас нам звезданет, мало не покажется. Жестко. Так, пропустим. Нет, все-таки вот как ни крути, привыкаешь когда к одному, да, герою. Так, тихо, что он тут, звездочка еще у него, а? Смотри. Ну тут, конечно, ребят, фейл. А тут фейл. Но ничего ты с этим не поделаешь. Видно, а у разгрома такого бы не получилось. Почему-то, я вот заметил, у меня с картами вообще здесь беда полнейшая была. Но зато мы с тобой получили немножко гемов. Совсем чуть-чуть. Будем делать немножко, знаешь, как с тобой. Уровень, сыграем битву за одного, сыграем битву за другого. Ну-ка давай, будем, как говорится, мстить за каждый проигрыш через разгрома. Ну или взять можно, в принципе, кого. У нас там есть еще... Что у нас там вообще есть по персонажам? Да есть! Есть еще дофига. Ох ты, 13, ребята. 13 ранга у нас противник здесь. Хм, окей. Так, вот этого поменяем. Все, вот так вот меня устраивает. Вытягивает заново, да, карты? Сейчас больше чем уверен, он сделает выстрел по центру. Они все почему-то так делают. Стреляет именно... Вот если есть у него, да, выстрел по центру, он обязательно его потратит. Я не знаю, зачем они так делают. Можно, например, сэкономить, да, и... Опа. Опа. А ну-ка. Он будет сейчас карты, да, вытягивать? Будет, друзья мои, или не будет? Будет, по-моему. Угу. Так, пошел отсюда. Угу. У нас есть неуязвимый зомби. Так. Усилит его или нет? Смотри, у него одна единица энергии еще есть. Тогда просто обмен. Никакой карты он не получит. Окей. Давай-ка вот так сделаем.
Ну давай, зеленый день. Да ш... сколько он их набрал-то здесь, а? Такой сразу облом, да? Неуязвимый зомби. Зашибись. Одних этих чудиков набрал, ты прикинь. Давай вот так вот сделаем. Я не удивлюсь, если он сейчас еще одного такого же поставит. Ну, тогда мы можем с тобой... Оу, это плохо, ребята. Давай усиливаться здесь. Поехали. Она уничтожает, по-моему, любого зомби, да? Насколько я помню. Причем рандомно. В плане нет? Ну, тогда найс. Ну, что там задумался-то, а? Тень. У меня есть что? У меня есть неуязвимость, у меня есть безумие. И у меня есть все зомби. Так, получается еще безумие. Ага. Вот что он сделал. Уменьшил мне его, да? Фиг с тобой. А тут еще и заморозку сделал. Че он тут мутит-то? Воду какую-то, я не знаю, ребят. Ну, во-первых, мы можем с тобой сделать вот так вот. Это раз. Во-вторых, вот так вот. Это два. Поехали. Опачки, фараон. Давай я его сюда поставлю, рядышком. Вот так вот он будет у нас смотреться здесь. Фараончик. Потом можно будет, знаешь, что сделать? Чтобы у нас был... Погоди-ка. Превращение зомби... Разве? Так, эволюционный скачок. Превращает зомби в случайный зомби, который стоит на ней дороже. Я вытягиваю карту. Почему я думал, что это... Воу-воу-воу-воу. Этого до ноля, да, опускает? До ноля. Че, на своих растениях решил, да, отыграться? На этих цветочках? Ладно, фиг с тобой. Ну, что ты там опять думаешь? Задумался он, сидит. О, даже вот так вот. Поехали. Получи, гаденыш. Так, семерочка, да? Семерочка. Ну что мы с тобой можем сделать? Мы с тобой можем сделать вот так вот. Оп. И снова наш фарончик целенький. На один дороже, да, говоришь, значит? Если мы с тобой применим, мы можем вот этого вот зомби лекаря превратить... Что-то стущее. Так, он опять за свою, а? Он уничтожает не фараона, друзья мои. Вот гад. Ты, халло, ну давай. Давай, гаденыш. Раз ты думаешь, что ты так вот сможешь сделать. Поехали, ребята. Оу, йоу. Да тебе, парень, не повезло. Причем крупно не повезло. Ты посмотри, кого мы с вами получили. Ты понимаешь, да, о чем? О чем тут разговор? И сделать-то тебе нечего, да, бедолага? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, только 5 в лицо можешь мне зарядить, а там медик поспеет. Ой, все, ребят. Труба дела, я тебе скажу, у него здесь. Труба дела. Ну что ты задумался-то, а? Что ты с этой картой такой будешь тут стоять? Замер. Типа, это я не я и игра не моя. В общем, ребята, сдался он. Что я тебе могу еще сказать? Просто сдался. Позорник. Так, ну что, ребята, еще боевочку, да? Еще боевочку. Но в этот раз мы сыграем не за разгрома, а, например, за Нептусь. Нет, давай-ка лучше мы вначале сыграем за Супермозга. Так, давай посмотрим вначале колоду его. Так, у нас вот она, да, наверху надгробие.
Так, заморозка есть. Есть рикошеты. Что-то очень много рикошетов. Постой секунду, это что вообще за колода такая у меня? Два рикошета, три вот этих... Нет, так и пойдет, ребят. Что это? Я что-то не помню, чтобы я именно такую колоду делал. Хотя, может быть, делал, но не помню для чего. Так, это у нас что за зомби? Рикошет, если не ошибаюсь, да? Рикошетик. Окей. Этот зомби с двумя малышами. Так, это у нас ландшафт. Ну, как бы, в принципе, ребята, сгодится. А это что у нас за карта? Перемещать зомби, получаем плюс один. Перемещать зомби, получаем плюс один. Так, все зомби на земле получают рикошет. Вот этого я возьму, наверное, да, ребята, пригодится нам. Так, а это кто такой? Так, амфибия, все беседы обладают способностью кровожадность. Нифига себе, 250, ребята, если мы его будем утилизировать. Прикольно. Вот это вот можно было бы еще взять. Насколько я помню, это разыгранные здесь зомби становятся надгробиями. При появлении зомби из надгробия на этой линии он получает плюс один. Слушай, ну это прикольно же ведь, так? Это же прикольно, вот только вместо кого его взять? Вместо... Блин, я даже не знаю, рикошет нам пригодится. А вот что это делает у нас? Так, когда бесенок наносит урон растению героя, вы вытаскиваете карту. Но это надо еще умудриться нанести урон, согласись. В общем, оставляем так, как есть. Ну что... Супермозг, я надеюсь, ты меня не подведешь. Когда-то мы за тебя здесь неплохо играли. Было такое время. Но это было давно и неправда. Так, и знаешь, что потом? Потом можно будет сыграть за Нептус. Ну, попытаться. Я, кстати, за нее ни разу и не играл. Потому что этот персонаж, по-моему, недавно у нас появился. Так, слушай, ну, в принципе, неплохо. Ой-ой-ой, зачем так сурово даете мне вот эту вот карту? Блин, и вот почему я как только начинаю за какого-нибудь нового персонажа играть, достается мне вот этот вот бабах сразу же, а? Вот скажи мне, он сейчас мину же поставит сюда, понимаешь? Сразу будет использовать свою вонючую мину. В плане орех. Что-то новенькое, ребята. Ладно, пускай будет орех. Угу, сундук. Давай-ка я вот сюда его поставлю. Ох, как ему сейчас не понравится этот сундук, он его будет уничтожать. Что-то он вообще, ребята, не то делает. Кто-то у него здесь, он, наверное, рассчитывает на хорошую карту здесь, да? Слушай, и он ее получил. Ну-ка, легендарную карту мне. Три энергии. Так, и что мы с тобой можем сделать? А мы можем с тобой сделать... Блин, охотник он же, да? А так безумие, безумие и охота. А что? Блин, четыре в лицо не хотелось бы получать. Давай так вот сделаем. Сейчас мины понатыкать здесь, здесь. Эта фигня, ребята, она... Если мы ее не добиваем, она, по-моему... Что-то она размножается, что-то типа того. Да, 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 видишь, что он сделал? Он ее подставил сюда, чтобы она размножилась. Да еб просто ты, блин. Мину сейчас поставить, что он еще может сделать? Конечно, мину влепит. А, даже вот так вот. А это сейчас будет размножаться. Дубликат делать из себя, да? Смотри. Опа, понял. Вот так вот. И нечего этому удивляться, друзья мои. Блин, трындец. Ну давай вот так вот сделаем. Еще орех. Еще орех. А вот это плохо. Ага, сюда переходим, да? Ну погнали.
Что-то жестко тут нам, конечно, всыпали. Давай вот так сделаю. Ну, зачем я это сделал? Я нанесу урон вот этому ореху, да? 3 в лицо он мне дает. Еще 3 в лицо. Ага. Так, что мы сможем? Перемещает зомби и наносит бонусную атаку. Куда мне его переносить? Пока некуда. Пускай здесь остается. Так. А нам крышка, друзья мои. Я офигею. Я просто офигею. Опять за разгромом идем играть, ребята. Мстим. Как говорится, за каждую, проигрышную партию выбираем с тобой разгрома. Поехали. Трындец. Нет, надо как-то подбирать колоду. Но это лучше всего играть за кадром, друзья мои, чтобы сопоставить все, да, протестить. А в данный момент я просто вот на ваших глазах собираю какие-то там колоды непонятно из чего и пытаюсь что-то сделать. И как видишь, все у меня без эффекта идет, без каких-то там результатов положительных. Угу, нашли с вами 21 ранг. Вы издеваетесь, что ли, а? Вот какого фига? Хотя для разгрома это нормально, друзья. Для разгромчика это пойдет. Ну, только дайте... Да вы что, оборзели, что ли? Трындец. Ты посмотри, что они мне тут надавали. Да тут уже заведомо проигрышный, ребята, вариант. Ну, ты посмотри. Да. Весело живем, блин, называется. Да неужели? Ну давай вот сюда поставим. Сейчас, наверное, уничтожит его, да? Надо было вот сюда влепить его, да и все. Нет вот... Так, кукурузочка, да? Ах ты вот так делаешь. Блин, жесть. Ага, вот так вот, значит. Так, ну что? Давай вот сюда поставим, наверное. Опачки. Опачки, а ну-ка, сюда. Так, друзья мои. Зомби получает -2, -2, но он потратил зато. Так, и этот шнырь сюда прилетел. Ладно, здесь разберемся с этими чуть попозже. У нас есть твой отхил, так что пока волноваться не о чем. У него карт уже практически никаких не осталось. Я ничего здесь не могу сделать. Хильнемся и... Шар. Шар пойдет вот сюда, скорее всего. Нет, уже вот сюда. Шар пойдет вот сюда, друзья мои. Так. Этого мы с тобой сместим вот сюда. Так. И хиляемся. Поехали. 5-6 в лицо, да? Защита сработает? Сработает. Убираем с тобой вот этого хлыща отсюда. Так, 2 карты у него, да? Ну все, ребят, теперь наша очередь веселиться. Так, давай нормальную, только нормальную карту вытяни. Блин, карта нормальная, но вот... Хотя 3 энергии, нормуль, друзья мои. А на следующем ходу вызовем сразу спортсмена и вот этого вот на динозавре. И все. Все, что смог сделать, парень, да? Окей. Все, да? Да выпендривался. Ой, была не была. Так. Выставляем этого. О-о-о, красиво-то как, друзья мои. У нас еще и защитушка тут выпала. Еще и защитушка выпала. Ага. Уничтожает зомби на земле.
Да и фиг с ним. Да и фиг с ним. Еще и котик этого вызвал. Так, ну, котик, конечно, погибнет. Ой, зомби этот погибнет у меня, скорее всего. Нет, выжил. Зомби этот выжил. Так, а теперь поехали. Так, можем медика позвать. Секунду. Секунду, друзья мои. Мы, наверное, сделаем с вами вот так вначале. Опачки. Опачки. И вот так. У него всего одна карта. Что он здесь может замутить, ума не приложу. Но урон он нам не нанесет. Будет вытягивать карты, я понял тебя. Все? Так, ладно. А, даже ничего не вытянет. Ничегошеньки ты, парень, не вытянешь из нас. Да. Как бы ты ни хотел, а ничегошеньки не получится. Так, можно сделать... Слушай, а если я вот так вот сделаю, да? И вот так. Давай посмотрим. Ну, эти станут у нас неуязвимыми, да? Будет щит. У него есть заклинание превратить там... Опа! Опачки! Ну, ладно, гаденыш. Так. Так. Превратить в козла 100% у него будет. 100% тебе говорю, у него это будет. На тебе, шлепок мелкий. Гуди Прайм, да? Ну, посмотрим, насколько ты гуди. Так, у него сработает защита. Видимо, выпадет, скорее всего, превратить в козла. Но после этого мы повеселимся. Ой, повеселимся мы с тобой здесь. Ты посмотри. Да я потом еще и медика вызову. Да-да-да-да-да. Прилетел. Молодец, красавчик. Погнали. Так, срабатывает защита. Что там, превращает в козла, наверное, да? А, заморозка. О, даже как. Но он мне три в лицо-то пропишет. Понимаешь, да, о чем я тебе говорю? Так, ничего он не прописал. Тем лучше для нас. Хопа. Теперь вызываем с тобой медика. И вызываем с тобой амфибию. Все, вообще закрылись по всем фронтам. Все ячейки закрыты. Ну вот тебе и результат. Вот тебе и результат. Не сдался? Еще бы он не сдался бы. Так, ну что, ребятушки, мы с вами получаем 2 звезды. Давай еще одну победушку сыграем, как говорится, на дорожку, да? Будем за разгрома. Чтобы, как говорится, не прыгать туда-сюда. Против нас Карлос 003. И зеленая тень. Так, вы опять за свое, а? Вы опять за свое, блин. Начинается вот, а? Пропускаем, конечно же. Ну, что ты там будешь делать? Опа, банан. Бананам здесь не место, согласись. Убираем отсюда. Убираем отсюда бананы. Так, теперь я веселюсь. Поехали. Какие будут твои идеи дальше? Слушай, мне вот этого надо вызвать на следующем ходу. Блин, я боюсь, он, конечно, его рикошет тратит. Вот даже как. Просто взял и потратил рикошет. Ладно. Погнали тогда так. Может, тоже сделаешь какой-нибудь рикошетик, а? Плиз. Сделай рикошетик, а? О, даже вот так вот сделал. Галактический боб вышел сюда, понимаешь? И заморозки еще делает. Ладно, друзья мои, ну... Ничего страшного.
Мне нужна совсем другая карта. Вот это. Вот медик. Медик, это хорошо. Так, секунду. Давай-ка я вот так вот сделаю. Так, будет он что-то там применять или нет? Ага. Вот так вот, да? Капитан Фасулька готова. Рикошет кому? Этому делает? Ой, глупыш, ё-моё. Ладно, это его, ребят, проблемы. Это его проблемы, наши карты прокачиваются. Сам понимаешь, что сейчас будет. О, что сейчас будет, друзья мои. Так, две. Две энергии. Сюда. И вот сюда. Вот теперь задумайся, парень. Я бы задумался. Угу. За счет галактической фасолины он решил что-то там получить, да? Опачки. Две банды горошин. Понял я тебя. Что ты решил здесь сделать? Ой, так. Погнали. Пускай у меня здесь будет с безумием. И он сразу чпок и осел, да, маленечко? Если ты хочешь на этих фасолинах выиграть, парень, я тебе не советую. Погнали, друзья. Пинц, пинц, ясен перец, ребята. Так, здесь уничтожит, конечно, он мне всех. Бамс. Блин, 5 в лицо, да, я так понимаю, сейчас будет. Мне сделано. Хорошо, растение получает. Так, а мы с тобой сделаем вот такую штуку. И вот такую. Посмотрим. Так, двойной удар, хорошо. Вот оно даже как-то. Смотри, что творит, а? Опачки, а этого он не ожидал, уж поверь мне. Так, ну здесь только, ребята. Да-да-да-да-да. Атакует, атакует, понятное дело. Что он здесь вот хочет замутить? Кто-нибудь мне объяснит? Давай-ка мы с тобой сделаем вот так вот. Чпок, и готово, да? Ну что там, твои фасольки сейчас будут, да, выступать? Выступать. О, две карты берет. Вот это плохо. Даже так. Ладно, погнали. Не повезло, да, парень? Не повезло. Ну что, 4 хп. Погнали, поставим сюда. Где там твои фасульки-то? Ты же должен их позвать. Бобы-то эти, не зря ты там держишь. Вот они, родные, появились. Не запылились. Угу. И все, да, на этом, я так понимаю, ребята? И на этом, видимо, все. Поехали. Уничтожаем. Так, два в лицо, конечно, тут сейчас получим. С этим ничего не поделаешь. Так-с. Вот теперь думаем, ребята. Спортивные зомби. Родной, дай, пожалуйста, мне что-нибудь путевое, толковое, да? Опа. Рестлер. Но я сделаю, наверное, вот так вот. Два урона в лицо. Оу, нет. Чё он там? Атаку?
Нет, а как? Ребят, ну это просто повезло ему. Все равно он меня не уничтожит, а мы его накажем. Мы его все равно накажем, как бы он тут не выпендривался. Сейчас у него сработает, да? Только не убивай вот этого зомби, пожалуйста, мне. Не убивай. Это глупо. Это вот это вот глупо. Ну что ты творишь-то? Дурила. Все, ребят. Да, вот с этим растением, конечно, шутковать не стоит, которое он еще и атаку. Ты видел, да? Потом у него сразу же еще и хилка увеличилась. Ну, мы выдержали. Ребята, мы довольно неплохо сегодня поиграли. Согласись, за разгрубом у меня получается играть лучше, чем за другого какого-то персонажа. Ну, потому что, наверное, просто я за него очень долго играю и знаю, какие карты у меня и что ожидать. Ну, а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!